зимний волшебник, армянский Дед Мороз, Кахант Пап вошел в пятерку популярных символов Нового года на пространстве СНГ. Чем он так примечателен, расскажет Лилит Мадунс. Кахант Пап дословно дедушка Коляда. Как и много веков назад, его транспорт – это ослик. Именно на нем с гор раз в год он спускается и дарит детишкам вот такие подарки. На плечах скромный белый кафтан, поверх него яркая жилетка. Теперь армянский Дедушка Мороз готов ко встрече с детворой. Он живет вон там, на той снежной горе. И каждый год я его очень жду, чтобы получить подарки. Кахант Пап – персонаж мистический. Никто не знает, сколько ему лет и откуда он пришел. Истории о таинственном старце сохранились лишь в фольклоре. В народе поговаривают. Раньше Кахант Пап опускал в богатые дома по дымоходу свою большую корзину, куда жильцы складывали сладости, а потом незаметно подбрасывал их нуждающимся. Но от самого волшебника об этом не услышишь. Дедушка молчалив, отказывает даже в интервью, бережет энергию, чтобы делать людям подарки. Не только материальные. Считается, что он приносит в дом мир, добро и удачу. Кахант Пап – это наша радость. Мы знаем, что он придет к нам на Новый год и готовимся к его приходу, учим стихи и песни. Этнографы сходятся во мнении, что в разные эпохи Кахант Пап носил разные имена. Впервые о нем упоминается в эпосе о Гильгамеше, Авесты. И там Кахант Папа называют не иначе, как Сесустрас. По легенде, он спасся во время всемирного потопа, а затем, получив бессмертие, поселился на горе Арарат. Сейчас народ верит, что тот самый Сесустрас и есть современный армянский Дед Мороз. Лилит Мадунс, Арман Симонян, Мир 24.